Пока Аркадий Ротенберг был занят возведением моста за 200 миллиардов рублей, его бывшая жена, с которой он развелся еще в 2013 году, подала на него иск в лондонский суд. Она добивалась расторжения брачного договора. Процесс был засекречен до тех пор, пока английская The Times не подала в суд на Ротенберга. Это не была борьба против Аркадия Ротенберга. Это была борьба за принципы правосудия британского суда. Мы уверены, нельзя обеспечивать анонимность кому-то просто потому, что он очень богат или связан с политикой. Миссис Ротенберг, уже бывшая, проживает в Великобритании. Она не может иметь больше прав, чем обычные британцы. Это выглядит несправедливо. К тому моменту бывший муж Натальи уже был под санкциями за дружбу с Владимиром Путиным. Выяснилось, что после развода она не получила ни долей в бизнесе, ни половины состояния. Аркадий отдал только то имущество, которое было нажито совместно в Лондоне. Сюда Наталья с детьми перебралась после развода. И действительно, зачем ему теперь поместье в графстве Сурей стоимостью в 35 миллионов фунтов и квартира в Лондоне за 8 миллионов? Он был для меня учителем, мудрецом, отцом, мужем, другом, помощником, всем. Он был богом вообще для меня. И, вы знаете, иногда не хватает разговоров с ними, потому что я сейчас уже стала самостоятельная, независимая, сильная, как мне кажется. Ну, иногда скучаю, конечно, по тем, так скажем, временам, когда хочется все-таки притвориться слабой и забыть о шпильках, и забыть о губной помаде, и о целях, а просто раствориться в мужчине. Наталью нам удалось застать на экономическом форуме в Петербурге. После развода мадам Ротенберг ищет себя. Она открыла аж 5 компаний в Лондоне. Занялась организацией мероприятий, дизайном. Этим грешат все жены олигархов. Ведь они уже обставляли свои особняки и виллы. Значит, могут и чужие. И, конечно, у Натальи есть свой благотворительный фонд. Я теперь хочу что-то сделать для людей и оставить, так скажем, свое имя в истории России. Поэтому, я скажу честно, проект ради проекта или проект ради денег, он в моем случае он не сработает. Видно, как ее кидает из стороны в сторону, как человека, который внезапно оказался на свободе при деньгах. То Наталья Ротенберг организовывает презентацию книги о русском балете на 150 человек, то поддерживает финансово юные таланты. Меня пригласили играть в Лондон, играть на встрече влиятельных людей. И мы приехали. Наталья Ротенберг поселила меня в своем доме. Она показалась мне доброй, отзывчивой. В прошлом году мадам Ротенберг зарегистрировала свой фонд в Тюмени и теперь разъезжает по России. Местным медиа она любит рассказывать историю Золушки. Мол, когда-нибудь и вам повезет, и вы встретите своего принца из кооператива «Озеро». Я родилась в многодетной семье. Нас было 4. И мы жили в этом доме, который позади меня. И моя квартира находится вот там, на 4-м этаже, где зеленые окошечки с зеленой сеткой. В родной курган она приехала не просто так. Она дарит ему отремонтированные балетные классы, а вот уже обсуждает благотворительность в окружении кировских спортсменов и чиновников, а сегодня же выступает на очередном женском форуме в Москве. До замужества мне, конечно, не хватало наставника. При нем, конечно, я чувствовала себя, наверное, тем же все еще гадким утенком, такой вот кроткой, скромной, стеснительной. Я очень редко говорила что-то. Но у меня были вот такие уши, такие вот, и я все слушала. И вдруг мой сосуд наполнился, полился уже, фонтан уже у меня полился. И я поняла, что теперь я готова говорить. Я уже готова что-то говорить. И тогда начались проблемы. Потому что никому не понравилось, что я говорю. Муж в шоке. Все были в шоке. Родственники в шоке. Окружение в шоке. Наталья заговорила. Вы еще умеете говорить. Вот. 30 лет я молчала. А сейчас, ребята, 30 лет я буду говорить. Вот эти сейчас в Лондоне ваши живут, да? Нет, мы сейчас уже переехали сюда, да. Мы... Почему? Потому что из-за политических вот таких вот, так скажем, недопонимания между нашими странами, и нам, как россиянам, там живется не особо гладко, и приходится сталкиваться, конечно, с трудностями. И сейчас политические моменты, они закручивают, зажимают, закручивают. Проблемы, например, ты идешь в банк, они, например, говорят, там,
ты нам не нравишься, потому что ты русский, мы тебе, например, там, счета не откроем. И, конечно, за счет того, что наша семья попадает сразу под эту статью, то мы приходим, ну, приходится вот отбиваться. Что с вашим бизнесом в Англии? Насколько я знаю, у вас там был зарегистрирован фонд, и имущество тоже есть, недвижимость. Все существует, все на месте, никто не отнял, слава богу. Вот сейчас я собралась учиться на второе там высшее заочно. На кого учился? Управление, государственное управление. А там говорят, надо 2 года учиться. Да, я хотела бы, конечно, через 2 года уже сидеть на красной звезде. Мотивационные цитаты в своем инстаграме она перемешивает с одами президенту. Видимо, не понаслышке знает, кому тут нужно быть благодарной. Вот, кстати, она на фото с Путиным и с президентом Франции Макроном. Фамилия Ротенберг открывает в России любые двери. Наставник для меня может быть, например, господин президент. Вот. Я готова его слушать часами, я готова слушать. Вы с ним знакомы лично? Да, мы познакомились по телефону вначале, вот. Потом мы с ним встречались в Санкт-Петербурге. То есть, вы знаете, за счет того, что окружение мое так сложилось, что оно в любом случае идет пересечение вот этих фигур большой игры, ты специально или не специально где-то окажешься в этом окружении. Хочешь ты или не хочешь, где-то в любом случае ты окажешься. А вот Наталье вручают орден. Я хочу наградить Наталью Сергеевну. Невзирая на то, что она находится в Лондоне, но, к сожалению, британская королева не сильно жалует нас, потому что вы же и российскими детьми занимаетесь, а не британскими. Поэтому нет британской королевы, есть я. Награду вручают никто иной, как его превосходительство, князь из княжеского рода Дмитриев Мамоновых, прямых потомков Рюрика, основателя первой династии русских царей и председатель Императорского общества России. И я хочу наградить великую женщину Наталью Сергеевну всемирной премией «Woman of the World». Об искусстве выйти замуж Наталья, наверное, знает все, как и об искусстве изящно развестись. Кажется, у нее появился другой мужчина. Пару дней назад она выложила вот эту фотографию, ответив на главный невысказанный вопрос. Есть ли жизнь после Ротенберга? Каждый найдет своего человека рано или поздно. Хэштег «Любовь», «Мы вместе», «Вместе мы сила», «Россия». Новая история любви, жизнь изменилась навсегда, победа, Крым, радость, счастье. Ее и раньше видели в его обществе, а вот они за ручку на форуме в Ялте. На фото можно распознать армянского бизнесмена Тиграна Арзакансяна. На родине он известен тем, что, будучи депутатом парламента, поселился в особняке во Франции по соседству с Моникой Беллуччи. Достойное продолжение для бывшей жены главного кремлевского миллиардера. Но великий и ужасный Аркадий все равно нет-нет, да и появится в ее жизни. Советы дают, но я все равно принимаю решение сама, и в частном случае это я его не слушаю. Поэтому извини, друг.